Почему отменили заседание? Перенесли почему? Заседание сегодня перенесли, потому что у нас Печорский суд не выполняет свои процессуальные обязанности. Уже второе заседание, а Печорский суд до сих пор не передал дело из суда первой инстанции в апелляцию для того, чтобы мы рассмотрели апелляционную жалобу. В итоге по бездеятельности Печорского суда человек продолжает находиться в неволе. У него срок, у него уже как бы 2 месяца срок содержания под стражей истек. Ему избрали новый срок, который мы обжалуем. И, возможно, новый будет обжалован, но он продолжает находиться под арестом.